А мужики, всем привет! Ну, солнце уже почти село, а я добился все-таки желаемого результата, поженил механику с гидравликой. Так что получилось все шикардос. Опять плитка вся в тормозухе, где-то ж подтекали трубки, недовальцевал. Пришлось обратно разбирать, довальцовывать. Ну, в общем, здесь, везде все сейчас работает четко. Также поженил гибкий шланг с трубкой. Пришлось тоже изрядно помучиться здесь. Свои нюансы. Рычажная система. Не знаю, видно, не видно. Трос тянет. Коромысло своеобразное. Здесь шток давит поршень. Все, здесь у меня расположен бачок вот ближе к низу. Он здесь вообще мешать ничему не будет. И как и планировал, пробка открытая. Вся эта система как планировал изначально, так она и стала. Почему у меня сразу не получилось, я не знаю. Но все-таки ее воткнул. Как-то так. В общем, сейчас начинаю его собирать. Ну, понятное дело, ночь надвигается. У вас займет это несколько секунд, а у меня наступит следующее утро. И мы уже попробуем на нем прокатиться, проверить тормоза. И начнем делать уже капот. Вот, как-то так. Все. Спокойной ночи. Утро доброе всем. Давайте сейчас быстренько все это дело соберу. Поставлю все на место. И поедем прокатимся. Посмотрим, как работают тормоза. Самому интересно. В общем, нужно это дело потестить. Все, погнали. Так, мужики, ну кто-то спрашивал про крылья. Крылья, в принципе, сделаны просто. Труба 1,5 на 1,5 гнулась в арку по нужному размеру. Вот. Это металл тройка. Это металл 1,5. Все, внутри еще дополнительно точечно поприхватывал. Ну, соответственно, здесь понаружи был полный провар к трубе. Здесь тоже вставки по краям 1,5 на 1,5 труба варена. Все, поэтому получился вот такой бортик для жесткости. Все, ничего сложного. Все, ставим все на место. Ну вот, мужики, прошло, наверное, минут 40, 30-40 примерно. Все поставил на место. Вот. Почему быстро получилось? Ну, потому что, зная, я его делаю, я знаю последовательность действий, да, что нужно прикрутить первым, так, чтобы все это было быстренько. Плюс гайковерт очень в этом помогает. Только дринг-дринг-дринг-дринг, все стоит на месте. Уже все подогнано, поэтому просто крути болты и все, никаких проблем. Также же и двигатель установился. Корзина вся стала. Ну, все удобно. Ну, что тут говорить. Я-то его делаю. Поэтому я знаю, что, после чего и когда, и в каком порядке прикручивать, ставить на место. Вот. Какие зазоры, где выставлять. Какую натяжку дать на эти ремни. Это я все знаю. Вот так вот получается бачок здесь для долива или контроля жидкости. Вот. Здесь он вообще ничему никому не мешает. Будет здесь капот его закрывать. То есть капот поднял, при необходимости долил. Очень удобно получилось. Все. Давайте сейчас выйдем, поедем на речку. Там у меня земля есть, такие бугры хорошие. Попробуем там поставить его на бугорок.
дернем ручник и посмотрим, будет стоять, не будет. Вот эта вещь просто мега удобная. Не только педаль, но и вот эта штукенция. Где-то с прицепом поставил его в нужном положении, все. Уже он никуда не покатится. С горки на горку, там, под горку. Вот так вот. Очень классная штука. Вот, плюс, когда трогаешься, да, просто плавненько его опустил и поехал. Земля мягкая, скатывается. Ну, бугор, конечно, здесь. Сейчас стану, посмотрите. В общем, вышина тут отличная. Ну, держит, тормоза отлично держат. Сейчас будем дальше тестить. Зарывается, земля мягкая. Может, была бы, конечно, потверже, было бы замечательно. И здесь вот гребет всеми колесами. Вот это я вот держу телефон на уровне лица. Вот такой бугор, его даже речки не видно. Вот там дальше речка. Вот такие дела. Сейчас попробую заглушить двигатель на ручнике. Заглохнет или нет. То есть натяну ручник, попробую тронуться. Если заглушит, значит тормоза отличные. Как всегда, мужики, как всегда. Пошел я за бензом. Кончился бенз. Так, мужики, ну, попытка номер два. Микрофон с собой не брал, поэтому может задувать. Давайте попробуем на ручнике тронуться. Что будет? Let's go.
Так что, мужики, на холостом ходу, 17 лошадей, тормоза глушат двигатель. Отлично работает, я доволен. Я доволен результатом. Вот такие вот дела. Ладно, хары-ля-ля, погнали капот строить. Но это уже будет в следующем видосе, мужики. Капот — это следующий видос. Вот такие вот дела. Я думаю, получится отлично. Вот, как-то так. Ладно, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.